А ловить респект. С вами Дим Пект, это Хогвартс Легаси на ПК. Итак, продолжаем. Профессор Фиг и профессор Уизлер попросили меня обучить вас новому заклинанию. Прошу вас выполнить мои задачи и взгляните ко мне в кабинет. Так, это сюда раз. Найти, только что прислала вам сову и с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Помним, было. Нажмите на кнопку «Карта мира». Вау! Прикольно. Так, эта карта — большая часть покрытого тумана, которая не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Эта деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд, по всей деревне дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Так, у меня еще было это письмо. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знаете, может, в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд священных палочек пройдет там же, где обычно. А если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Так, ну, пожалуй, начну я с заклинаний. Так. Так, ладно, пошли. Стоп. Поговорить. А, задача мне. Секунду, надо посмотреть, что мне еще надо сделать. Травология. Сюда. What are you up to now? Доброе утро, профессор Чесноук. Ленора, дорогая, я очень рад тебя видеть. А вот, держите, пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. О, добрый день. Класс, приветствуйте новые розы в нашем саду. Ну а теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждет волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знание. Что происходит? Тот, кто знает травологию, боится ядовитых тентакул не больше, чем прыгучие луковицы. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень Мандрагоры. О, Мандрагоры. Акцио. Давайте поможем нашим узловатым подопечным пробраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Пересуньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей. Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло, и мандрагор тут же успокоится. Мне очень жаль, видимо, вам достались почти взрослый мандрагор. Ну все, пора включаться. Мы все отлично работали. Итак, тем будем сажать бадья на столах для горшков. Можешь приступать, а пока...
Так, интересно, любит ли гибоглиф и сполош? Да, профессор. Прежде всего, хочу поговорить о ваших навыках работы с мандрагорами. Нюансы ухода за ними пора сложены. Вообще-то мне даже понравилось, и ваша любовь к предмету очень заразительна. Мне приятно это слышать, вы впитываете знания с патрологией мандрагора под корку. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксмиде. Вы посетили вашу обновлюку? Чудесно, подготовка почвы для знаний, это очень важно. Я организовал вам отдельный стол для игрушков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Плодите семена, а потом вернитесь и соберите урожай. Паучьего света и волшебство — это прекрасно. Но растения нужно еще и время. Так, идем. Бадьян обладает выдающимся восстановительным эффектом, потому совершенно не заметен для изготовления винного отвара. Думаю, произошли так и это, а? Бадьян. Отличная работа! Ваш бадьян будет готов для приготовления винного отвара, как только подрастет. Прошу профессора Шарпа сообщить вам. А пока давайте отчемся на другого представителя флоры, китайскую жующую капусту. Растения принесут куда больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится разложительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Будьте добры, дайте-ка ей погрызть его. Хорошо, профессор. А вот такая теплица, по ту сторону пешеходного мостика из-за этой комнаты. Ваш заказник мистер Клоид любезно предложит. Должен вам показать на дорогу. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы. Она кусается. Так, я могу сохраниться. Hello. Привет, недавно видел тебя по пути Хоксмит. Я Леандр, приятно познакомиться. Давай покажу тебе китайскую жующую капусту. Нужно подняться по этой лестнице, иди вперед, и я за тобой. Кстати, а ты отлично поработал сегодня на уроке. А чем это ты? Я претендую с Себастьяном, он неплохой боец, правда, слишком много семнит. Но тебе удалось разбить его пух и прах, великолепно. О, ну, хорошо, спасибо. Я сам готов был поставить его на месте, да, только Гигат мне не позволил. Вот, видишь, манекен, просто бросай капусту у него, она сама знает, что делать. А как это сделать? Тап. Воу. Да это как глянь, они лопаются, до чего могут дотянуться. Мам посадила несколько штук в саду прошлой весной, чтобы избавиться от гномов. Помогло, вот только от нарциссов гуделок тоже остались одни клочья. Мне окей опасные, правда? Вот такие растения мне по душе. Это не какие-нибудь бумонтубюры или прыгучие луковицы. Такие в бою помогут. Не в том смысле, что ты без них справишься. Просто представь, если бы это был не манекен. Наверное, иногда не полезно. Теплица мог появиться, порой любая поддержка полезна. Даже от капусты. Когда вокруг такое творится, ну, тролли, хосмеди и тому подобное, не стоит перемигать любыми процессами, даже красноцветными. Если нужно их, можно купить и мафилах, и пироганках. Там много растений, в том числе таких, как и в саду, не растут. Ну, ты понимаешь, в общем, нам пора обратно в класс. Не будьте топить, увидимся на занятиях. Так, а как туда вернуться? А, вот сюда, видимо. Что сейчас говорит о том, что не стоит сдевать перчатки из законной кожи из-за... Я закончу краски жучку просто профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень удосовочек укусов. В таком случае, я на вас не вижу. И пальцы на месте. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что из вас вырастет. Я рад видеть, что ваш скилл в земле продолжает блоссомить.
Ваши растения могут принести тебе огромную пользу. Мне нравится их изучать. Славно, потому что я работа не прощает край. Заботьтесь о своих растениях, и они отпустят вам тем же. Ну, на сегодня все, заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Пошли. Начать задание. Серия боления — это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам пятого курса потребуется невероятное опережение и эрудиция. Этот семестр мы начнем с рябинового отвара. Мистер Такер, можете сказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье? Да, профессор Шарп. Рябиновый отвар используется для обработки ран, а в этих случаях как заживающее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не все. Коктейл ран получает очки. К концу этого занятия каждый из вас варит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Приступайте. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. Так, давай-ка. Да более прошли зелья, будьте осторожны. Случайно очихнуть вы можете стать причиной катастрофы. Мешаем. Смотри, многие не забыли, как обращаться с котлом. Это зелье не из самых простых, хорошо. Судя по тому, что я слышал о ваших подвигах Осмиди, вам побежать зачесть защитное зелье Эдурус. Профессор Уизли ведь сказала, что вам нужно оставить те рецепты в лавке Пеппина? Да, сэр. Хорошо, на те раз вы можете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете. Но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты. Некоторые из них можно получить растения, которые выращивают в травологии. Однако эти ингредиенты достать весьма непросто. Для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите зельем, дойдите ко мне. Любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Из-за слухов о восстании гоблинов, родители чуть было не придумают писать мне сюда, на этот год. Что ж так лагает-то? Мне показалось, что профессор Шарп решил тебя зайти к нему в кабинет. А почему ты спрашиваешь? Да, но какое тебе дело до этого? Превосходно! А дело такое, что ты можешь участвовать в моем творческом проекте. Ты же меня помнишь, я Гаррет Уизли. А, да, мы видели в гостиной. Слушай, зелье Эдурса даже творит своё без труда. А я работаю над одной штукой, которая точно поведёт в фурор. А мне не хватает лишь последнего ингредиента, который придаст особую изюминку. Полагаю, с тем тебе и нужна помощь. Я знаю, что ты быстро схватываешь. Мне нужно одно пирожко Фупера. Раз уж ты всё равно будешь кормить Шарпа с его разрешения, может, ухватишь мне его? Не знаю, стоит ли. Даже не знаю, Гаррет. Я не хочу задеть профессора Шарпа. Да ничего не будет, перья Фуперов не особо ценные. Шарп даже не заметит их пропажи. Но я не знаю, это может сделать мне хуже как-то, поэтому... Или сделать...
Не, да, не буду. Мне так нужно найти ингредиенты, как он говорил. Извини, я не могу тебе помочь. Понятно, ладно, сам что-нибудь придумаю. Ну тебя нафиг, а. Зелье не должно быть такого цвета, мисс Макдэу. Мех дворняги. А, я их всех насоврал, да? Ладно. Так, где он был? Помните, главное зеркаление — это точность. Где он был? Гаррет. И снова здравствуйте. Я передумал оперу. Оперу, опера. Как ты просил? Я знаю, что ты передумаешь. Отлично, спасибо, еще немного, и будет готово. Продолжай валить свое зелье, Дурос, а я скажу тебе, когда закончу. Ладно, допустим. Спешка не уместна в двух случаях. При отчаивании мастерства и взаимовлении, но будьте терпеливы. Так, это не надо, значит, зелье Эдурус. Которое зелье усиливает защиту выпившего кровообращенной каменистой кожей. А, я его готовить сам не буду, значит, окей. Ждем. Три, два, один. Взять. А теперь давай сладкие малюва и странно. Что происходит? Постой-ка, она не должна так. Серьезно, Гаррет, опять? Фу, ну и вонь! Какое не дерьмо, что произошло? Браво, Гаррет! Что на этот раз, мистер Уизли? Извините, профессор. Учитай очки у Гриффиндора, в который раз. Это дело рук не только мистер Уизли, его пособник тоже понесет наказание. Сочек ты! Нафиг это сделал? Вот не хотел же. Лучше бы не делал. Да. Мне удалось своей зелье Эдурас, профессор. Удивительно, но вышло и на это время, ведь вы так занят помогая мистеру Уизли творить хаос. Хочу прощения. Прошу прощения, профессор, я просто не умею отказываться от тебя в помощи. Я уважаю людей, которые... Это хоть часть за поступки, будем считать, урок вы усвоили. Что касается вашей сегодняшней работы, Кла, скажу, что вы хорошо справились. Признаюсь, поначалу был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углубленную программу, а вы новичок. Я рад, что мне удалось оправдать ваше ожидание. Да, такое случается редко, но запомните, хорошенько, вы еще не знаток зельеварения. Пока нет. Вы должны твердо знать, как сочетаются между собой различные ингредиенты, но этого мало. Важно понимать, что они из себя представляют. Или же начать с травологии, вам предстоит выращивать растения, которые используют зелье, которое вываливается на моих уроках. А теперь рекомендую вам поискать себе место для практики зельеварения. Горячий котел нельзя стоять где попало. Не сегодня все. Думаю, на сегодня с нас всех хватит впечатления. Урок окончен. Так, я тут. И мне надо выполнить парочку заданий у него. Встречайте будущего чемпиона. Так, я хочу к финальному раунду. Привет, Люкен. К финальному раунду скрещенных палочках все готово. Сегодня важный день. Вот на самом решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Пробуй войти в историю? Непременно. Да, непременно. Прекрасно, дуэль будет с партнером? Да, давай Натти Онай. Да, с Натти. Тогда начнем. Эта игра будет по-настоящему победной. Вот это по-нашему. Так, мне надо сделать кувырки и 5 инцендио. А, так, это красным надо будет, окей.
Incendio. Let me... Incendio. Hop, 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 hop. There goes my... Come on. Incendio. А она их помогать будет вообще, а? Куда я? Инсендио. Инсендио. Хил, хил, хил. Инсендио. Убирёсал! Так, ну окей, это в принципе не сложно так-то. Победа. Ну что это за дуэль? О, да-да, победа в турнире дается не каждому. Это большая честь. Я счастлив, что у меня все получилось. А мы рады, что нашему чемпиону не нужна скромность. А теперь пора тебе получить приз. Для меня большая честь учить тебе этот простой, но изящный символ твоего непозаденного мастерства в дуэльном деле. Спасибо. Благодарю, это большая честь. Приз твой по праву, с твоими дуэльными навыками стоит считаться. Ну что ж, турнир окончен, победитель награжден. Пора и учебу заняться. Интересно, как там мои растения на литрологии? Совсем перестал за ними заниматься? О, прикольно. Так, все. А, мне осталось 5 кругов сделать. Секунду, мне надо проверить все свои задания опять. Кувырки. Давайте-ка еще одну дуэль устроим. Привет, Люкен, я хочу поиграться на манекене. Отличная идея, в этот раз будет посложнее. Приступим? Нет, это сейчас не надо мне. О, белочка. Так, ладно, давайте попутешествуем по миру. Какие-то шарики. Домики. Тут бараны бегают. Курицы. Ну, пока ничего магического. Ну, мир, собственно говоря, выглядит, ну, любопытное место. Мир выглядит по-обычному так-то. Но именно Хогсмид, Хогвартс, они удивляют серьезно проработанностью деталей. Ну, а так мир, ну, в принципе, ну, более-менее сойдет. А там у него какой-то квест еще есть. Ну, ладно, мне не сюда, я хочу пойти по основной. Рад тебя видеть, друг. Привет, Нати, ты как? Отправилась после нашего памятного визита в Хогсмид? Я в порядке, но беспокоюсь о тебе, дружище, ведь за тобой охотятся Ранрак и Руквуд Харлоу. Сейчас со мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что тебе... что ты не расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня есть одна вещь, которая им нужна. Им нужна одна вещь, которую мы с профессором Фигом нашли в Гринготсе. Когда тебя занесло в Гринготс? Как раз перед поездом в Хогвартс. Из-за этого я опоздал на церемонию. Мы попали туда через портал, когда наш шкалитный фронт. Ничего себе! Есть еще кое-что. Честно говоря, это как-то странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогла сражаться с троллями в Хогсмиде? Думаю, да. Я и сам еще толком не знаю. Но вижу ее следы и поменяла такую магию, которой не могу найти объяснение. Я знаю, что это трудно понять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу заявляют угрозу для нас обоих.
и для всех остальных. Поэтому я и хотел с тобой поговорить. В этот день в Хоксмиде я кое-что поняла. Я увидел твое мужество и во время боя с Ролем и отвагу с Роной против всех вызов Рукуду и Харлоу. Но ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? А мы с мамой покинули мета-бэланд из таких людей, как Рукуд и Харлоу. Я не намерен здесь сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Это отрадно слышать. Хорошо. Рокут и Харлоу опасная парочка, а теперь они еще с Ранроком сбились. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки Рокуда. А если справиться с ним, то все затея Рокуда пойдет прахом. А может и так, но раз негодяем вроде Харлоу не должна заниматься. А я с ней говорил, она была очень любезна, но по некоторым причинам не стала обсуждать подробности с учеником. Я послушал разговор об Анитах Рукуда о незаконном ловле волшебных существ, который замышляет Харлоу. Подумал, что можно узнать об этом побольше, собрать доказательства его вины для Констебля Стингера. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать, и выясню, что именно замышляет Харлоу, так что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готов прийти на помощь. Спасибо, Нати. Будь начеку. Ну, я, Галина. Какая приятная встреча, мой юный друг. В чем дело, как вы смеете меня угрожать? Ревелио. Что здесь происходит? Не лагает. Вот что происходит. Ревелио. Сундучки. Сундучок занят, окей. Так, это кто? Арн. Сундук! Как тебе? Сабря! Коричневая! Помогите незнакомке. Кто там? Так, поскольку я знаю, что тут дополнительные квесты, это просто чисто подай принеси, я особо на них задерживаться не буду. Может быть, парочку выполним, но мало. Они должны быть тут! Думай. Никого ты не видел, занимайся заданием, и меня никогда и выслушивать. Виктор Рукуда плевать на твое время. Ха, она ловца, и зверь бежит. Мистер Рукуд хочет перекинуть с тобой словечком. А вы зачем козырись, да вы? Все, заткнись. Оставьте ее в покое. Остолбеней. Тебе конец! Какая жалость! Я взялся так с собой обхащаться! Ну? Вы будете? Мне надо уклоняться от ваших атак! Оп! Ну? Какие вы жалкие, боже мой! Оп! Вы жалкие. Опа-на. Ты кто? Я буду наблюдать, как ты в глаза гаснет жизнь. О, там еще двое. Разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости и определенных заклинаниях. О, сейчас развлечемся. Я никуда с вами не пойду. Акцию. Киви! Лохи! Ну, оп! Давайте еще, еще, мне надо задание выполнить. Аксо? Какой элипар, Аксо? Ну и... Оп! Леса. Ну, что они поняли, я говорю? Хотя немедленно. Ух.
Что это вообще такое? Как не посмели так себя вести? Притом не подруга Хогвартса. Вы в порядке? В полном. И во многом благодаря вашему мастерству в защитных заклинаниях. Но объясните ли, почему двое пеплбаб готовы были о меня, это пеплбаб, грабители-вымогатели, подельники Виктора Руквуда? Похоже, они очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Приехал и ждал меня, что здесь становится все опаснее. А лучше продолжить исследование, пока они не вернулись. Исследование? Как интересно. Вы проводите исследование? Оно расстраивало к вашим услугам. Историк и археолог специализируется в учении профессионального и жизненного пути Мерлина. Невероятно. Тот самый Мерлин из легенды короля Артура? Он самый! Вы знаете, что Мерлин учится в Хогвартсе, а я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособления? Эти колонны, увитых виноградом, здесь множество. Я привык их называть их испытания Мерлина. Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей, слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. И это удивительно. Понимаю, чего Мерлин вам столь интересен. Мне не терпится узнать побольше об его испытаниях. Хорошо, тогда я расскажу вам маленький секрет. Никому еще не удалось разобраться, как они работают. Но думаю, я только что обнаружил ключ к разгадке этой тайны. Подозреваю, что сладкая малева — важный компонент, проводящий действие механизма испытания. Сладкая малева? Растение универсальное применение. Мэри постоянно упоминала о своих трудах. Я как раз добрался сюда, чтобы проверить свою теорию, и тут меня так грубо прервали. Видите, с этой каждой спирали в записках Мерлина находится символ. Это навело меня на мысль, что... С этой символом нужно поместить сладкую мальву? Вот именно, не можешь ли не поможешь ли мне? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Я привез с собой целый сундук сладкой мальвы, он возле моей палатки. Вы про этот сундук? Да, берите побольше, даже если у вас уже есть. Теперь у меня есть сладкая вальва. Отлично, теперь обратите внимание на лозы вот здесь, на колоннах, и на спирали на земле. Эти элементы есть каждое испытание. Бросьте сладкую вальву на спираль и посмотрим, что будет. Так, где сладкая вальва? А, все. Воу-воу-воу-воу! Ничего себе, видели? Лозы исчезли. И что тебе делать? Это никому не известно. Интересно, что это за поминальные огни. А что если... Погоди-ка, инсендио. Мерлина борода! Если сжечь огонь, колонна находит землю. Эй. Блин, там не получилось. А, все? Воу-воу-воу-воу, прикольно. Мерлина борода, как красиво. Ну, денек, даже не верится. Так, секунду, я кое-что гляну для начала. Задание. Готово, значит, под дом. Потом пойдем сюда. Окей. Полагаю, можно сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно сверяться с записями. Вдруг я что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем, но я думаю, при каждом есть эти картинные лозы и спираль на земле. Если надеетесь на них, разгадайте на здоровье. Я думаю, у меня уже есть необходимое для дальнейших исследований. Думаю, для каждого из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в космосе, если понадобится.
Вообще-то мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. Так, ну это еще один. Береги себя. И я узнал все, что хотела, а теперь могу вернуться домой к своим книгам и записями. Да. Так, там какой-то мужик. Но для начала я хочу отправиться... Стоп, не, отправимся мы туда в следующую серию. Поэтому на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!